Я вас глубоко и нежно приветствую на своем YouTube-канале. Как всегда, Мукбанк. И самая интересная тема только у меня на канале. Ну что, надеюсь, вы догадались. Свечи зажжены, темнота только от лампы. И сегодня мистические истории, а также курочка с картошкой и 25 капель живительной водицы. Слюни просто текут. Вот курица, когда хорошо приготовлена, она отходит от кости. И вот когда она отходит от кости, тяжело взять просто ножку. Давайте выпьем. Ребят, не забывайте поставить лайк, не забывайте написать комментарий. За вас хороших. Ой, с лимончиком. Ну-ка, гриб приготовился. Как шикарно. Короче, я боюсь поджечься об свечу. И мне надо как-нибудь аккуратно это все дело. Извиняюсь, конечно, ребят, но. Ну как вот тебя? Во! Сок течет. Картошка. Сегодня мистическая история такая о плохом доме. Вот бывают же энергетически очень плохие места. Кстати, эта история мне девушка рассказала, как раз я вчера смотрела «Битву экстрасенсов». Да, я периодически балуюсь, особенно новыми сериями «Битва сильнейших». Ну вот, я понимаю, что это актеры и так далее, но хочется голову когда разгрузить. То смотрю такие вещи и вообще верю. И там серия была тоже про плохой дом. Значит, когда они покупали этот дом, дом частный, с территорией, с забором, значит, когда они его покупали, хозяйка этого дома бывшая или какая-то родственница его продавала, она сказала, что в этом доме у вас будет все хорошо. Ну, и так обмолвилась, якобы недолго, там, что-то 3 года. Ну, вот как-то сформулировала так, что, типа, кто здесь не жил, все расходятся. А моя подписчица была маленькая девочка, ей было 8 лет на тот момент. Она сильно заболела. И ночью с ней происходит такая вещь. Вот они начали там жить уже. И, значит, она открывает глаза. Перед ней сидит женщина в белом одеянии. Знаете, вот как вот раньше, как ночнушки, сорочки, в которых спали. Заплетена коса, и якобы ее кто-то убеждает, либо она сама себя, вы знаете, как может быть в полудреме там, что это ее мама. Что это ее мама, то есть она ее не боится, и та ей говорит. И
говорит, значит, будешь здесь еще раз спать, то ли накажу, то ли что-то... Блин, только что слушала историю. Она ей пригрозила. Там на утро просыпается, рассказывает все маме. Мама говорит, ты что, дочь, ты болеешь, как я могу тебя... Тебе пригрозить, или она ей пощечину дала. Что-то такое было. Ну, и она маме рассказала так и так. Говорит, что там придумали? Ну, дети, да? Дети чаще всего у нас что делают? Фантазируют. Ну и все. Проходит время, уже ей лет 10. Короче, в этом доме все видели какую-то женщину. Ее мама тоже увидела эту женщину, сидящую на заборе. Она говорит, у нее плохое еще зрение, не поймет, что там. То ли пакет этот белый. Сначала изначально подумала, что это пакет. А это казалось потом женщина, она увидела, пригляделась, на заборе женщина. Ну, вышла там с утра, рано просыпается, значит, и все видели эту женщину там. И она говорит, в этом доме постоянно происходили какие-то вещи. Она говорит, прям долго рассказывать, не уживались животные, шорохи, стуки. Через 3 года после того, как эта семья стала жить, отец начал выпивать сильно, изменять, ну и в итоге избивать это, свою жену, ну, ее маму. В итоге, через 3 года, они все-таки развелись. Урожай. Дом частный, урожай не рос там. Или плохо рос. А когда они оттуда, в итоге, короче, они съехали оттуда, и там стала жить ее сестра или сестра мужа. Короче, кто-то из родственников. Ну, дом правда плохой, энергетика, видимо, какая-то. И женщина в печень пырнула своего мужа. Ну, это, видимо, они оттуда съехали, а заехали родственники. И вот его... Дома плохая репутация. И она говорит, вот даже мама подтверждает, потом с мамой разговаривали о том, что да, дом на самом деле не очень хороший. Так, что тут? Ножку хочу! Да что ж такое-то, а? Ну, я сегодня, видите, как свинья ем. Хотела ножку целую, и не получилось у меня. Это короткая история такая про дом. Вы знаете, про энергетику домов, квартир. Бываешь в гостях, у всех разное. У кого-то я спать не могу. Вообще, если честно, я вообще ни у кого не могу спать. Ну, мне тяжело. Могу, но тяжело. Вот. А даже вот разговаривали с девчонками о том, что, блин, бывают такие квартиры. Вот сроду ничего, да? Вот уютно, все, заходишь. Но потом тебе вот там неудобно, неловко. Либо сразу бывает, да, неуютно в квартирах. Потому что мы... как бы сами населяем вот это вот, отдаем, я так считаю, я не знаю, могу я ошибаться, вы можете со мной быть неправы. Вот мы населяем энергетику, населяем квартиры энергетику. Все, кто у меня был в гостях, говорят,
говорят, уютно. Хотя изначально, вот почему-то, когда я заезжала в квартиру, мне было не совсем уютно. Я еще долго сомневалась про квартиру. Надо бы мне здесь оставаться, не надо. Блин, я сегодня как чушка ем эту курицу. Ну, ребят, не знаю, так как-то получилось. Прошу прощения, не надо мне. Ну, знаете, руками наоборот бывает аппетитнее. Мы ж пьем сегодня, а я и забыла. Вот, и изначально, да, квартира сама уютная. Я, конечно, не знаю, здесь бабушка умерла или нет, но это старые дома. Давайте, чин-чин. Старые дома. И мне изначально не то, что было... Давайте выпьем. Неуютно. Как будто вот какой-то старостью, что ли, пахло. Я так сомневалась еще. Надо, не надо. Как-то вот как будто бы мне не совсем вот уютно. Вот, но это прошло быстро, я вам могу сказать. Быстро прошло. То есть потом наоборот мне стало здесь настолько уютно, что я даже выгоняла там себя идти на работу или просто выходить, вот хочется дома. Знаете, дома бывает так уютно, вот что хочется дома посидеть, телевизор посмотреть, просто помолчать, там книжку почитать, вот такое. И мне вот сейчас, я всегда себя выгоняю сейчас на улицу, потому что мне не хочется. У меня очень уютно и глазом, и душой. Вот, надеюсь, у вас тоже в ваших квартирах очень уютно. По моему вкусу, мне нравится, знаете, когда наставленность есть. Когда заходишь в квартиру, видно, что тут живут. А некоторые предпочитают, да, люди наоборот. Вот заходишь в квартиру, а у них как будто квартира пустая, и стоит там один предмет. То есть настолько все, ну, там чисто, это понятно, вылизано, все попрятано по полочкам, что... Кажется, как будто бы, ну, как будто не живут люди, аж стараешься, думаешь, блин, где-то что-то оставить след, да, такой живой. Вот есть такие квартиры, но мне в таких квартирах неуютно, не знаю, оно может быть визуально смотрится как, что минимализм, да, но вот я люблю больше наставленность. У меня здесь наставлены банки, у меня наставлены во всех шкафах, у меня как бы, вот... Чем больше занято пространство, по мне, так это вот уютнее. Ну и вот свою энергетику уже распылила давным-давно, свою теплую, хорошую. Так, чё, блин, вы представляете, я наелась. А чё у меня одна ножка отошла? А, ну всё. Такой немножечко романтик, я не знаю, как со свечами лучше, не хуже. Вечером редко же снимаем мукбанги. Так что такая вот коротенькая мистическая история. Ну уж, чем богаты. Так что пишите ваши истории, все. Пока-пока.